Что касается роста коммунальных платежей, меня лично это не коснулось. Но моих родителей, они пожилые, мою бабушку однозначно это коснулось, потому что не следят за всем ростом. И я знаю, что они недовольны, конечно, как многие другие пожилые люди, потому что это отражается на их бюджете. Конечно, мне бы хотелось, чтобы все-таки цены на коммунальные платежи не росли, ну или хотя бы росли в соответствии с зарплатами и пенсиями. Потому что если выросли пенсии и выросли коммунальные платежи, то люди не будут это замечать. А если вот пенсии, например, не растут у пожилых людей, а коммунальные платежи растут, то, конечно, я считаю, это не очень хорошо, и потому что люди страдают все-таки от этого, когда недостаток финансовых средств.